Так, по поводу Старикова. Один раз в Питере мне в лоб задали вопрос, что вы думаете о Старикове. А Николай Викторович потом сильно обиделся, хотя я старался отвечать максимально мягко. Я бы так сказал, что Стариков, конечно, талантливый писатель и немножко менее талантливый политик. И вообще Николаю Викторовичу надо все-таки определиться, он писатель или он политик. На двух стульях сидеть нельзя. Это первое. Я очень мягко, да.